¿Ah? ¿Por qué me saca foto? Ah, yo soy jornalista. Sí. No sé lo que es. ¿Ah? No sé. Yo sé. Pero no sé, no lo entiendo. ¿No entiendo? Yo no entiendo tú. Yo voy ahora, no se preocupe, señor. Ah, pero ¿me entendés lo que yo te quiero decir? Poquito, yo no hablo español. Ah. ¿A quién eres? Disculpe. Guardia. ¿Guardia? ¿Qué guardia? Guardia del parque. ¿Guardia parque? Guarda parque. Ah, ¿cómo tú buscas mí? ¿Cómo tú buscas yo? ¿Cómo me buscas a mí? Sí, sí. Yo ando en todo el parque, en la vuelta. Ah. Cualquier cosa que necesites, estamos en la sol. ¿Ah? Cualquier cosa que necesites, uh-huh, estamos a la orden. Ah, ok. 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 Yo quiero saber, ¿por qué no permitido no, carpa? Podemos estar. ¿Ah? Podemos estar acá, pero no nos permiten tener carpa porque no se puede, no sé en el idioma tuyo cómo es, no se puede acampar. ¿Me entiendes? Ah, poquito. ¿Por qué? Porque yo tengo problema con salud, yo necesito descanso, ¿entiendes? No, está perfecto. Pero en este lugar no podemos. Uh-huh. Digo, vos podés estar, pero no podés estar la carpa armada. ¿Me entiendes? Un poquito. ¿Por qué no permitido? ¿Qué problema? ¿Por qué tú no me gusta mi carpa? Es un parque y no podemos tener la carpa armada. Uh-huh. Esa no es parque, es lugar con basura. ¿Entiendes? Mi carpa no es hacer parque mal. No, hacer problema para tú y para tu parque. ¿Entiendes? Yo solo descanso aquí una noche y voy. Una hora. Una hora. Una hora, sí. Ah, una hora. Gracias. Вот такие дебилы мне попадаются постоянно, почти в каждой стране, друзья. Очень часто. Сейчас я вам его покажу. Видите, он уезжает. Вот наличие вот таких персонажей меня дико-дико раздражает. Дико бесит и раздражает. Называется парковый рейнджер, если переводить дословно. Нашел я отличное место. Вообще, тишь и благодать. Берег речки. Вот это я поставил флаг Аргентины, откуда я приехал. Тишь и благодать. Вот видите, красота, тишина, никого нету вообще. Все хорошо. Переночевал. Нет, нужно обязательно прийти утром и сказать, что не положено. Это противозаконно и типа не положено. Нельзя открывать палатку в этом парке. Почему? Где логика? Какой смысл? Непонятно. Вот типа в другом месте, вот там вот на том берегу, можно открывать якобы, а здесь нельзя. Вот. Я спрашиваю, что ты делаешь? В чем твоя работа? Вот ты охранник. Он говорит, я тут типа вам помогать, я тут к вашим услугам. Вот если переводить, есть у них такая красивая фраза на испанском языке. К вашим услугам. Угу. А вот какая от него польза, я не знаю. И какой вред от моей палатки, я вообще тоже никак не могу понять. Какой вред от моей палатки на этом богом забытом пляже, где куча мусора. Где нет никого вообще, и она никому не мешает, и никого не беспокоит. Вот еще не было такого раза вообще во многих странах, чтобы я спокойно не проснулся, и какой-нибудь придурок ко мне бы не пришел и не начал бы мне рассказывать. Сейчас я вам покажу палатку. Это страшное преступление. Странно, что не приехало еще 12 полицейских. Может быть, через час приеду? Я ему сказал, что через час я уеду. Иногда бывает такое, что приезжает 12 полицейских на трех бронированных машинах с автоматами. Больше проблем нет в стране, понимаете? Самая главная проблема – это палатка, которая открыта в парке, у речки или где-то на природе. Это самая главная проблема в стране.
Я могу уже перечислять. Вот, вот моя палатка. Уже второй раз приходил. И что-то мне кажется, что это не последний раз. О, добро пожаловать в Уругвай, друзья. Впереди много интересного. Подписываемся, ставим лайки, жмем колокольчики. И делимся роликом с друзьями. Обязательно пишем комментарии внизу, колокольчики ставим черного цвета. И ставим лайки. Спасибо, пошел я собираться. Чувствую, будет много интересного в этой жизни и в этой стране. Ну, как всегда, собственно. Оставайтесь на связи. Всех с Новым годом!